Ряд соглашений о взаимодействии Якутии с регионами России не реализуется. Об этом сегодня сообщил министр по федеративным отношениям и внешним связям республики Владимир Васильев на расширенном заседании коллегии ведомства. В общей сложности у республики 42 таких договора о сотрудничестве. Как отметил министр, неэффективные соглашения в основном были заключены еще в 90-е годы. Они имеют свойство пролонгирования даже после истечения их сроков. Поэтому их можно считать действительными по сей день. Но сегодня этот опыт учли и в документах прописывают четкий план действий со сроками их исполнения. Наиболее продуктивными отношениями глава ведомства назвал взаимодействие с Санкт-Петербургом. В ближайших планах сотрудничество в работе Большого центра импортозамещения в северной столице. В Санкт-Петербурге построен огромный центр импортозамещения. Очень хорошую площадь имеет экспоцентр, и они предлагают без арендной платы, скажем, представлять наши предприятия или наши проекты в этих крупных центрах. В центре импортозамещения мы планируем презентовать реабилитационный центр «Абалах». Есть много направлений по сельскому хозяйству. И эта работа у нас начнется уже с этого года и даст конкретный толчок, мы надеемся, по развитию республики.